знаки. Звуки, знаки. Звуки, знаки. Звуки, знаки. Звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки, звуки, знаки. Звуки. Знаки. Звуки. Знаки. Инклюзивная студия «Звуки, знаки». Вот, так хорошо. Почему у этого есть, а у этого нет? Вот туда. Здравствуйте. 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 А общее фото можно? Здравствуйте. 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 Эй, почему смеетесь? Я не смеюсь. Я могу так же это сделать легко. Пожалуйста, сделай. Не получается? Трудно? Да, трудно. Вот, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Я не понимаю. А ты понимаешь? Я тоже не понимаю. Сейчас объясню. Рыбак ловит рыбу. Это кажется легко, да? Давайте посмотрим. Рыбак должен накопать червей. Нужно собрать удочки, лодку и добраться до озера. Сидеть несколько часов. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Так говорят, чтобы объяснить.
надо трудиться, если хочешь добиться цели. Теперь поняли? Да! Молодцы!